начали ремонт дороги. Вот как он выглядит, можно представить. 21 век, 650 ковшом с асфальтом. Человек 10 дорожников, лопаты. Все укладывают ямочки, асфальт. Потом его закатают. И каток подшивает уже сюда. И техника, конечно, у нас в городе, я так понял, все по-простому. Это, по-моему, организация БУССН, там написано на этом Т-150, что работает, что это БУССН. Вот каток работает на ямках, закатывает их. Правда, сегодня солнечно. И асфальт тоже сухой, и ямки. Может быть, он дольше постоит, чем год. Обычно у нас первым снегом асфальт уходит с дорог. Точнее, весной асфальт смывается вместе, уходит вместе с снегом. Будем надеяться, что эти ямки до следующей весны простоят, точнее, заасфальтированы эти ямочный ремонт. Обычно так и бывает. Всего лишь на до следующей весны это все. Да, работа кипит. Можно сказать, технология и техника, конечно, желает лучшего. Поговорка «гуртом и батька легче бить». На одну ямку 7 человек, даже больше. Закончился, поэтому сейчас перекор у бригады дорожников. Ток закатывает от положенной в ямке асфальт. С очередной порцией асфальта Т-150 ковшом везет на дорогу. Асфальтом еще стоит еще. Я, собственно, развею, могу сказать, что асфальт этот лежать в ямках не будет. Ямки пыльные, компрессора нету, не выдувается ничего. Хоть и дождя нет, но на пыль ложить асфальт и закатывать он тоже долго не прослужит. Так что больше брянковское управление механизацией. И здесь видно, тоже опять халтурит. И за это будет получать деньги. Кто-то будет подписывать акты выполненных работ. И ямки вот, который должен быть ложится все это. Правда, вырезанное, обработанное, в смысле, ну как, битумом не обрабатывать, просто так ложится.